Здесь я посмотрю сумочки для своих подружек. Привет, привет, мои прекрасные друзья. А мой муж уже разговаривает с моей любимицей Надей. Моя подруга хорошая. И мы что, с вами будем веселиться? Ой, это не мой муж, я перепутала. Ха-ха-ха. Но зато Надя я не перепутала. Так, будем искать. Муж потерялся. Будем искать мужа. Так, сладости еще. И мороженое в силе. То есть приглашаю. А, и мы нашли нашего мужа. Расчудесно. Но он не любит, чтобы снимали, поэтому пойдем опять мимо сумочек. И покажу вам еще украшения. Вот сумочки граничат с молочком от добросовестных производителей фермера. Здесь я пополняю украсы мира. Привет, здравейте. Телефон. Денежки плачу туда. Чудесное имя Властимир. Я тут всех знаю. Ну, взаимно, меня тоже. Поэтому знакомлю и с продавцами, и с ассортиментом. Здесь веска. Моя пидруга тоже. Вот тут у меня много очень я купила. Первый приезд. Ну, а теперь сейчас посмотрим, какие. Закрыто. А, нет, сейчас. Это муж вески. Много благодаря. Я позже приду. А вот, посмотри, какие красивые вещицы. Все для вас. Зеленые кораллы. Правда, здорово. И шляпа тут роскошная. А знаете, какую я любила сумку? Вот с такими интересными соломенными бахроминками. В общем, рекомендую этот магазин. А это наш с вами стиль. Есть у меня такие браслетики, помните? Бирюза и беж. Люблю. А вообще я люблю жемчуга, вы знаете. В разных ипостасях. Ну ладно, придет мой контейнер, поработаем во всех отношениях. Покажу вам много интересного. Ну что, прям здорово-здорово. Давайте на ней закончим. Турагентство. Можно поехать куда хотите. Экскурсия. И еще немножко моды. Здесь я покупала совершенно шикарные подушки. Прям шикарного качества. Я сейчас покажу немножко. Я люблю с лошадками, но я купила очень много тут с цветами. Кстати, у Ирины Кьонтки с тыквой. И подарила вот это этот магазин. Рекомендую. Настойчиво, прям настоятельно. Очень хорошая, помимо вот этих досочек и заливы. Видите, нас помнят, ребята. Очень хороший, правда, магазин. Рекомендую со всех сторон. Ну что, обнимаю вас любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.